насечки, вот они сверху, обратите внимание. Вот эта насечка показывает ровно нам середину лепестка. Понятно? Как делать? Вот сюда вот приклеивается кирпичик выше лежащего. Вот. Соответственно, здесь вы делаете либо с небольшим напуском, где-то миллиметр там, 2-3. В общем, край следующий, либо грунт, это вот эта насечка. Вот. Ну, давайте здесь выложим, чтобы вы поняли, какого рисунка нам нужно добиться.